Тут у нас, видите, болельщики, болельщики. Видите, такие счастливые. Я не знаю, что там. Все с флагами. Надо спросить у мужа, там что, опять матч какой-то прошел? Все с флагами, все проехали, все зашли, флаги занесли. Смешные такие. Я не могу. Байракли. Сенведен. Ас-ас. Ты крайма матч идешь? Ну, сам матч. А, последний, говорит, последний матч. Там вот бабушка осталась, видите, стоит на раз, два, на втором этаже, а там еще дедушка был, ушел. Муж мой стоит, смеется, и говорит, это мы с тобой скоро. Ну, скоро не скоро, лет так через 30. Тоже так он будем стоять вдвоем, они такие. Тоже. На все людяшка. Чикмыш, перенделегет чикмыш. А, чикмыш? Чикмыш. Ким шампиньон? Шампион değil. А, değil. Bir üst gruba çıktı. Aa, anladım, anladım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da öyle çıktı. Fener bu daha 3-4 saat, 5 saat gezebilir. Понятно. İlk defa çıkıyor daha, biliyor musun? İlk defa. O, o, o. Bak, tekrar, tekrar. Bayrak ile. Вот так вот люди болеют. Я не знаю. Я, конечно, не болельщик, не все, всей глубины так не понимаю. Может, это правда. Бегает по дороге ребенок. Вот что. О-о, сосед, сосед. Тоже машет. Тоже в этой песочнице. Видите, у нас второй авокадо, наконец-то. Прям аж земля позеленела. Надо, конечно, ну потом его немножечко... землю ему сменить и в другой горшок поместить, когда он немножко пойдет. А это Дианка воткнула этот кактус. Отошел мой то ли лимон, ой, нет, лимон нет, а то ли апельсин, то ли мандарин. Он же ж был усох, тут такая жарюка была, а сейчас отошел. Опять еду. Держится, держится пока лимоны. Мне там дали совет, а как сделать так, чтобы не отвалились лимончики. Обязательно сделаю. Всем спасибо большое за советы. Поскольку вот впервые у меня вот лимончики здесь выросли. И хотелось бы все-таки, чтобы хотя бы один сохранился. Вообще не прекращается. Уже 20 минут. Присоединяйся, Диана. Люди все повыходили на балкон. Все хлопают. Вот так надо любить футбол, Диана. Вот так. А что ты там любишь свое аниме? Тихую. Это... Включил колонки. Ну как они проявляют свою любовь к команде, к футболу? Мешая людям что-либо делать. Движение не заканчивается. Добавились барабанщики, которые оставляют машины.
Барабанщики работают. Пора казаны рожать. Я уже жду не дождусь, когда прекратить. Как резинит ряд машин, но вряд ли. Слушай, дудит прям в него. Видите, кто пришла к Диане? И прям пришла, так и головушку притулила. Притулила и лежит. Дианка говорит, а как мне теперь уйти? Я собиралась уходить. А здесь помог, прилягла на минуточку. Даже не на минуточку, Диан. Так можно... Она собирается и 2 часа, и 3 часа. Спать. Да, она будет и 2, и 3, и 4 часа. И весь день так будет у тебя на ноге. Использовать тебя в виде подушки. Помог! Моя котюшка любимая. Спит, спит. Ну а что скажи? У меня все дни одинаковые. Все проходят во сне. Ну а что, вот же они с Рюзгяром недавно словили птицу. Чуть не убили бедную. Чуть не убили. Диана птицу спасла и выпустила. Типа вот этот голубь местный. Опять, блин, опять эти. Они загнали. Слушайте, вот этот флешмоб длился больше часа. Ну это просто. Просто уши просто на разрыве. Да, моя котюшка. Мне не нравится, когда ее тут гладишь. Не нравится. И Рюзгяру там не нравится. Рюзгяру нравится. Нравится? Все, да? Что делаем, я ему нравится. Сейчас хватанет тебя, не гладь там. Я тут, в общем, присела, мне нужно сделать педикюр. Ну, кому не нравится такое, не смотрите. Лак я просто подковырнула на ногах, видите? Он просто тупо отвалился вот такими вот кусками. Так раз ногтя и стерся. Да. Даже не нужно приобретать средства для снятия лака. Все просто вот так вот подковырнула, и он стерся. Это я сливу ела. Он, видите, до сих пор у нас тут все сигналит, да сигналит. Чай пью. И думаю, надо ж педикюрчик сделать. Сейчас, ну там кое-где на некоторых местах осталось в уголочках, на ногтях. Сейчас подсниму. И, короче, это, ну это вообще безобразие, гляньте, вот такие лаки. Помню, в 90-х годах мне очень нравились лаки Ruby Rose. Они носились неделю на ногтях. А потом просто вот здесь вот начинал так потихонечку лак лопаться. Но сейчас просто ужас. Ну, конечно, может быть, потому что раньше я посуды так не мыла. Да что там грешить, кривить душой, вообще мама мыла, да, в 90-х годах. Мне там было 17-18 лет. Конечно, в основном мыла мама, но все равно лаки вот так вот не отваливались, блин, прям коржами. Я сижу такая красотка, понимаете, ой, секунду. Сижу, говорю, такая красотка, но уже собираюсь в душ. Сегодня было, ну, просто так жарко, жарко. А, наверное, еще от того, что я сегодня занималась уборкой. Как всегда, в воскресенье окна понамыла. Ну, правда, одно. Вчера помыла кухонное. А сегодня помыла тут одно в зале. Осталось мне еще 2, потом в нашей комнате и в Дианиной. В общем, работы непочатый край. Рюзгяр, зачем ты сбросил ножницы? И там гладильная доска стоит, и он там сидит. Лежали ножницы, Диана положила. Или я. Рюзгяр порядки наводит. Эти пипикальщики, ну честно, уже достали, блин. Я понимаю, что такое событие, но, блин...
короче, собираю сейчас душ. Сейчас дядя Дианка. Уже время, блин. Сколько? 11 час. Время просто несется. Завтра начинается опять новая трудовая неделя. Вам слышно? Наверное, нет. Даже коты боятся уши, натопырили уши. Он рюзгяр весь сидит, даже сна нет у бедных котов. В общем, я сегодня сделала паштет. Сегодня я сделала куриный паштет с куриными сердцами. Ну так, немножко, может быть, грамм 300 сделала этого паштета. Потом наварила сегодня компот, сделала зеленую фасоль. А, что еще? Что-то еще. Блин, забыла. А вчера еще со вчерашнего дня у меня осталась сарма. Хотела фаршировать перец. Потом чего-то передумала. И быстренько мы с Дианкой накрутили сармы. Это листьев накупорила. Я ж теперь крутышка. Могу в любой момент воспользоваться, взять. Ну, когда нет свежих под рукой. Поэтому классные получились. Вообще начинка. Ай-яй-яй-яй-яй, какая вкусная, вообще бомбовская. Вот, так что сарма получилась просто пальчики оближешь. Не просто оближешь, а откусишь. Очень вкусно, с йогуртом. Ну и все, доели сарму, там арбузик, короче. Жара такая, и честно признаться, муж сейчас поздно приходит. Уже почти в 8 часов, и в это время уже есть неохота. Мы с Дианкой не едим. То есть не ужинаем. Ну, ждем его. У нас такая традиция ждать друг друга к ужину. Вот и все. Вот так вот и день закончился. Рассказала вам в 3 минутах.